4-й Новгородской гимназии сегодня состоялась конференция, посвященная подвигам самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. Участие в ней приняли ветераны, представители историко-патриотических клубов и образовательных организаций. Ученица 11 класса гимназии, директор школьного музея, наизусть знает все 13 разделов, повествующих о жизни героя Советского Союза Игоря Каберова. Вот его любимый баян и печатная машинка. Перед началом круглого стола девушка провела для участников встречи небольшую экскурсию. Вообще, сама тематика патриотизма и то, что касается Великой Отечественной войны, для меня очень близко. Мне очень нравится это все, и я решила связать себя и свою деятельность с этим музеем. Прадедушка служил, но он умер на фронте, и, наверное, может быть, поэтому для меня это так свято. Вот уже 6 лет Муминат участвует в патриотическом воспитании всех учеников родной гимназии. А в каком формате работать с молодежью и общественным организациям, чтобы привить любовь к героям страны, в том числе и незаслуженно забытым? Это стало первой темой для дискуссии участников круглого стола. Очень много просто потеряно за последние годы, и это отражается на памяти имени наших героев. И получается, что данная задача должна состоять из освещения некогда забытых наших героев, которые совершали подвиг для нашего благополучного проживания сейчас на этой земле. Коснулась беседы и состояние памятников. Руководитель историко-исследовательской организации «СВ-поиск» Сергей Звягин убежден. На острове Нелезень в Новгородском районе, где Александром Панкратовым был совершен первый подвиг самопожертвования, уже давно нужно создать современный мемориальный комплекс. Это уникальное, это святое место для всех россиян. Вот. Я думаю, что этот вопрос можно будет поднимать, и мы обязательно будем его затрагивать на всяких высоких площадках. О перспективах и проблемах патриотического воспитания, дани памяти героям, сегодня заговорили не случайно. 75 лет назад, 22 сентября, рядовой боец Александр Мясников закрыл своим телом амбразуру вражеского дота на Невском пятачке. Это был второй подвиг самопожертвования после Александра Панкратова. Сергей Звягин подчеркнул, в годы Великой Отечественной войны его совершали только бойцы советской армии. Историкам доподлинно известно, что свою жизнь за победу так отдали представители 24 национальностей. Юлия Бабич, Андрей Першин, новости Новгородское областное телевидение.